Всем привет, друзья! Это подборка классных товаров для вашего автомобиля. Здесь вы увидите детали для доработки и тюнинга автомобиля, инструменты для ремонта и диагностики, необычное освещение, крутую электронику и другие полезные приспособления. Ссылки на все эти вещи находятся в описании под этим видео. С вас лайки и комментарии. Желаю приятного просмотра. Поехали! Быстросъемный замок для бампера. Такое крепление позволяет легко и быстро снимать и одевать бампер на его место, а также устраняет вибрации при быстрой езде. Штифт с шарообразным окончанием фиксируется в основании замка и удерживается в закрытом положении. А при нажатии на сердцевину замка, которая является кнопкой, штифт отщелкивается, освобождая крепление детали. Также может применяться на капоте и различных тюнинг-обвесах для автомобилей. Штифт замка изготовлен из нержавеющей стали, а корпус замка из -за алюминия. Есть разные цветовые варианты. Уплотнительная лента Такая лента предназначена для дополнительной звука и ветроизоляции дверей, капотов и крышек багажника, а также защиты автомобиля от проникновения пыли, грязи и дождя. Также лента способствует мягкому закрыванию дверей автомобиля. Клеится лента на скотч 3М, который уже находится на ней. Материал прочный и не боится морозов и солнца. Профиль ленты б образный ширина 13 мм, толщина 5 мм, а длину можно выбрать 5, 10 и 16 метров. Быстросъемные клеммы. Такие клеммы предназначены для быстрого, беспроблемного отсоединения аккумулятора на батареи автомобиля. Надежный контакт на аккумулятор на батареи обеспечивается защелкиванием крышки, которая стягивает клеммы. Наличие специальных пластиковых крышек позволяет предотвратить замыкание и сводит к минимуму риск поражения током. В сравнении с обычными клемами, быстросъемные являются более удобными и безопасными. Для того, чтобы их снять, не нужны ключи, а значит, в случае необходимости, их можно будет быстро отключить голыми руками. Тестер проводки. Это прибор для быстрого и эффективного обнаружения неполадок, обрывов и коротких замыканий в электрических цепях без снятия изоляции. Состоит из приемника и передатчика. Прибор оборудован специальным переключателем, определяющим тип импульса. По изменению тона и уровня звукового сигнала можно легко определить место короткого замыкания, обрыва или утечки тока в проводке автомобиля, а также проследить, куда подключен тот или иной провод. Датчик температуры охлаждающей жидкости плюс вольтметр. Это универсальный цифровой прибор, который предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости двигателя, а также измерения напряжения бортовой сети автомобиля. Устройство имеет небольшой дисплей со светодиодной подсветкой, который устанавливается на приборную панель на ножку и фиксируется двухсторонним скотчем. В комплекте идет сам датчик, который устанавливается вместо штатного. Рабочее напряжение 12-24 Вольт. Диапазон измерения термометра от 0 до плюс 115 градусов электронная заслонка на выхлопную систему. Это устройство позволяет управлять потоком выхлопных газов и, соответственно, их громкостью. В закрытом состоянии заслонка не пропускает через себя поток выхлопных газов, и весь выхлоп идет по стандартной магистрали. А в открытом состоянии выхлоп идет по пути наименьшего сопротивления, то есть через заслонку, минуя заводской глушитель. Тем самым вы получаете мощный рев вашего железного коня. Управление осуществляется через пульт дистанционного управления. аккумуляторный гайковерт хороший и надежный ударный гайковерт с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги. Гайковерт имеет бесступенчатый переключатель скорости, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны и индикатор заряда аккумулятора. Квадратный патрон 1,2 дюйма имеет внутренний шестигранник 1,4 дюйма. Максимальное число оборотов 6200 оборотов в минуту. Крутящий момент 1800 ньютон метр. Работает этот аккумулятор на 18 вольт емкостью 5000 мАч. Надувной домкрат. Такой домкрат в сравнении с обычными имеет ряд преимуществ. Во-первых, он отличается более скромными габаритами и не займет много места в багажнике. Во-вторых, он может быть применен в случае, когда дорожный просвет совсем мал. И в-третьих, он может быть использован при любой степени твердости поверхности. Изготовлен из прочной ПВХ ткани. Его можно использовать с любым типом автомобильного компрессора или насоса, благодаря автомобильному переходнику. И еще возможно его использование системой накачивания от выхлопной трубы. Камера заднего вида. Это надежный помощник при движении и парковке с задним ходом. Несмотря на свои небольшие размеры, камера имеет хорошие технические характеристики. Она оснащена SSD-сенсором с хорошей светочувствительностью, что обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях недостаточного освещения. Кроме того, для использования при езде ночью на камеру установлено 12 светодиодов. А благодаря широкому углу обзора до 170 градусов, у вас будет достаточная видимость для безопасного движения. Корпус девайса абсолютно герметичен и защищен от попадания пыли и влаги. Автомобильный пылесос. Это эффективный помощник в уборке салона автомобиля. Он отличается высокой производительностью и максимальной мощностью 130 Вт. Более того, его мощность всасывания достигает 16 тысяч паскаль. В устройстве установлены хипофильтры, которые эффективно улавливают пыль и аллергены, предотвращая их попадание обратно в салон автомобиля. Пылесос оснащен полупрозрачным контейнером для пыли объемом 150 мл, который позволяет легко проверить количество собранной грязи и сигнализирует, когда пришло время его опорожнить. Работает от аккумулятора емкостью 7500 мАч. Светодиодные поворотники в зеркала. Это повторители поворота, которые устанавливаются в боковые зеркала заднего вида. Они представляют собой две пластины в форме стрелки, на которых расположены светодиоды. Монтируются с обратной стороны бокового зеркала и подключаются к заводским указателям поворота. Таким образом, при включении сигнала поворота светодиодный повторитель в зеркале будет дублировать поворот в виде моргающей стрелки. Такой дублирующий сигнал не только позволяет лучше сигнализировать о маневре, но и придает своеобразный стиль автомобилю. Лампы в габариты. Это цветные лампы, которые превратят стандартный и неинтересный свет габаритов в нечто новое. Управляются они с дистанционного пульта управления. Можно даже управлять сигналами, находясь вне машины, но в прямой видимости от ламп. Режимов работы здесь достаточно много. Например, регулировка яркости, мигания, плавный переход между цветами. Кстати, их тут 16 цветов. Причем настраивать цвета можно как парно, так и отдельно каждую лампу. Их также можно использовать для подсветки салона автомобиля. Тип цоколя Т10. Контроллер стоп-сигнала. Данный контроллер позволит получить мигающий стоп-сигнал на вашем автомобиле, что значительно повысит вашу заметность и лучше привлечет внимание других водителей, когда вы тормозите его необходимо подсоединить в разрыв цепи питания стоп огней, и он начнет работать. Во время нажатия педали тормоза лампы действуют в определенном мигающем алгоритме. Происходит 5 быстрых сигнала и 3 более медленных в течение нескольких секунд. Затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Автомагнитола. Крутая магнитола с сенсорным экраном 13 дюймов и разрешением 1920 на 1200 пикселей. Предназначена для посадочного гнезда 1 DIN работает на операционной системе Android. Сердцем устройства является 8-ядерный процессор Qualcomm 665. Накопительная памяти здесь 256 ГБ, а оперативной 8. Все это позволяет выполнять самые разные задачи. Можно устанавливать различные приложения, смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться навигатором. Есть возможность подключить камеры и даже можно поиграть в игры в свободное время. Также есть CarPlay и Android Auto. Органайзер в багажник. Чтобы упорядочить содержимое багажника, есть такой классный органайзер. Он устанавливается в багажнике автомобиля, а именно крепится на спинке заднего сидения за подголовники с помощью регулируемых ремней. Органайзер имеет два больших кармана на кнопке, один открытый карман и два сетчатых. Стоит отметить хороший внешний вид этого органайзера. Он отлично впишется в багажное отделение любого автомобиля. Приглашаю вас в мой телеграм-канал, где каждый день публикуются интересные и полезные автотовары, а также инструменты, товары для кемпинга, рыбалки, аксессуары для мужчин и другие крутые девайсы. Также я там делюсь промокодами, скидками и новостями о выгодных акциях. Ссылка на телеграм в описании. Заходите и подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего из этих товаров. Желаю хорошей дороги. Пока.